Когда появляется необходимость купить, продать или обменять квартиру, возникает вопрос, кому доверить проведение сделки. Психологи утверждают, что под влиянием эмоций человек способен на необдуманные поступки и часто принимает неправильные решения. А это на руку недобросовестным риэлторам. Для того, чтобы сделка прошла спокойно и все стороны остались довольны результатом, необходимо обращаться только в проверенные компании к опытным специалистам. Сегодня наш эксперт, генеральный директор одного из ведущих агентств недвижимости Екатеринбурга Евгений Новоселов, подскажет, как сделать правильный выбор. Отдельное внимание наших зрителей хотел бы обратить на ряд таких очень, казалось бы, прикладных моментов, которые имеет смысл проверить даже в известном действующем, скажем, агентстве. Если компания состоит в ассоциации нашей местной Уральской палаты недвижимости, то у каждого агента должно присутствовать вот такое вот удостоверение, которое дает определенные права и полномочия. Удостоверение должно быть действительным, оно без истекшего срока годности. Дальше, естественно, печать компании, от кого выдано это удостоверение. С фотографией агента, с телефоном непосредственно компании. Для чего, собственно, это делается? Я рекомендовал бы всем нашим потребителям это проверять, обязательно спрашивать у агентов, потому что зачастую может получиться так, что агент уже уволился из компании и выступает в роли того самого пресловутого частного риэлтора, но маскируется для клиентов при этом от действующего сотрудника известной риэлторской компании. Если риэлтор, к которому вы обратились, предлагает встретиться в кафе или настаивает на том, чтобы приехать к вам домой, не приглашая вас при этом в офис компании, это повод задуматься, а работает ли данный человек в том агентстве недвижимости, от которого он представляется. Побывать в офисе обязательно. Договор лучше заключать непосредственно именно здесь, а не на дому. Посмотреть на тот самый иконостас из удостоверений, наград, дипломов, где компания зарегистрирована, как давно существует на рынке. Все это можно увидеть только в офисе. Есть такое у нас понятие де юра и де факто. В данном случае вы можете убедиться, что это и де юра, и де факто. Если вы убедились в том, что компания существует, у нее есть вся необходимая документация, сотрудники имеют действительные удостоверения установленного образца, это гарантия того, что вас не обманут. И даже если риэлтор начал вести сделку и по каким-то причинам уволился из компании, вы можете быть уверены, вы не останетесь не в удел. В любом случае сделка будет продолжена другим сотрудником, руководитель компании определит такого сотрудника, да? Вот, опять же, крупные компании могут похвастаться собственной службой контроля качества, когда клиенту за период действия договорных отношений несколько раз звонит специалист, выясняет, как ведется с ним работа, все ли устраивает этого клиента. В правильных крупных компаниях это поставлено на определенный уровень такого сервиса. В следующей программе наш эксперт Евгений Новоселов расскажет о том, какие мошеннические схемы существуют на рынке купли-продажи аренды жилья и как обезопасить себя от подобных неприятностей. Группа компаний агентства недвижимости «Новосел» – лидер по нескольким номинациям на рынке недвижимости в Екатеринбурге и Свердловской области. Об этом свидетельствуют рейтинги журнала «Деловой квартал» и данные УПН. Более 10 лет безупречной работы. «Новосел» сегодня – это 24 филиала. Весь спектр операций с недвижимостью и дополнительные услуги. Собственный прайс насчитывает более 3000 объектов. «Новосел» – действительный член УПН и Российской гильдии риэлторов. Многократный победитель профессиональных конкурсов УПН. Все услуги сертифицированы, консультации бесплатны. Исчерпывающая информация на сайте www.novosel24.ru. Звоните 384-0404. Профессионалы «Новосела» работают 7 дней в неделю с 9 до 21 часа. Остальное время...